вітаю. Це «Тема дня» і студія Катерина Лисюк. 4 червня міністр інфраструктури України Володимир Омелян проведе нараду щодо можливості передання державного підприємства «Ставідорна компанія Ольвія» в концесію громаді міста Миколаєва. Чим може бути вигідна Миколаєву концесія порту Ольвія? Що отримують, чи що б могло отримувати місто від діяльності портів на своїй території? І про це ми сьогодні поговоримо з нашим гостем Едуардом Волошиновичем, радником Миколаївського міського голови, головою робочої групи з підвищення ефективності взаємовідносин підприємств морегосподарського комплексу з громадою міста Миколаєва. Вітаю вас у нашій студії. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Отже, пане Едуарде, перше запитання. Взагалі, чим концесія відрізняється від оренди або від державно-приватного партнерства, яке взагалі вже існує в українських портах? Добрый вечер, уважаемые телезрители, добрый вечер, Катерина. На самом деле концессия по своей сути – это есть вид государственно-частного партнерства. То, что сейчас существует в портах, а порты все, которые находятся на балансе, и в общем-то все порты, которые были построены до Незалежной Украины, они являются государственными, и они находятся на балансе у Министерства инфраструктуры. В этих портах, многих из них, в том числе и в морском, Николаевском морском порту, работают частные операторы, частные стивидоры, которые построили свои терминалы, объекты и занимаются хозяйственной деятельностью. Это тоже форма государственно-частного партнерства. Но сам порт является государственным, территория является государственным, и государство управляет. То есть там государственный стивидор несколько лет назад государство разделило функции административных и хозяйственных. И в каждом порту государственном сейчас есть стивидорная компания, сам порт, который выполняет хозяйственную функцию, и в том числе и в Николаевском морском порту, и в Ольви, и администрация порта, которая выполняет функции по государственную, контролирующую функцию капитании, порта безопасности и так далее. Что касается непосредственно концессии, то в этом виде государственно-частного партнерства предполагается, что имущество порта и имущество стивидорной компании будет отдано, а это и территория, а это и причальные стенки, и все движимое и недвижимое имущество, и в том числе, и персонал будут переданы победителю, концессионеру после конкурса, видимо, сроком на 35 лет для осуществления его операционной и хозяйственной деятельности. Вот основная суть этой концессии. Тобто строки уже визначені 30 років? 35 років. Міністерство інфраструктури пропонує передати порт імущество государственного предприятия стивидорная компания Ольвия в концессию сроком на 35 лет. Чим взагалі вигідно це буде для Миколаєва, якщо йому передадуть в концесію саме це підприємство? Ну, смотрите, на самом деле мені тяжело сказати, чим руководствуется государственный орган, в данном случае министерство, которое приняло решение о необходимости передачи объекта, который фактически несет золотые яйца, постоянно работает с позитивным балансом и приносит прибыль, передавать его в концессию какому-то, например, инвестору иностранному там, или в любом случае частнику, и позволяя тем самым не государству получать прибыль от деятельности этого порта, а лишь государство будет получать какие-то определенные дивиденды и все. Вот, поэтому здесь я затрудняюсь ответить. Но коль скоро стал вопрос и этот порт передается в концессию, то, естественно, возникает вопрос. Любая хозяйственная деятельность, которая ведется в городе, она должна иметь баланс. Баланс между интересом предпринимателя или хозяйствующего субъекта и интересами жителей города, на территории которого находится этот субъект хозяйствования. В данном случае мы предполагаем, что передача в концессию порта Ольвия приведет к увеличению грузооборота, по крайней мере, это тоже является одним из условий, которые выдвигает министерство к концессионеру, а значит и с увеличением
нагрузки на инженерные коммуникации, на асфальтное покрытие дорог гор и улиц города, экологическое загрязнение, ухудшение качества проживания жителей. Мы понимаем, что хозяйственная деятельность не должна, вред от хозяйственной деятельности не должен быть больше или равен пользе, которую субъект хозяйственный принесет громаде. Иначе ну, закономерный вопрос, зачем громаде нужна такая хозяйственная деятельность на территории города. Логично. Мы понимаем, что если порт Ольвия сегодня и принято такое решение балансодержателем министерством передать его в концессию, перейдет в частные руки, возможно, там, иностранного инвестора, то, естественно, частник, он в первую очередь заботится о своем капитале, о минимизации своих затрат, в том числе по любым направлениям, кроме того, что может ему непосредственно принести прибыль. Мы также понимаем, что увеличение грузооборотов в порту неизбежно приведет к увеличению нагрузки техногенной на дороге города Николаева. Сегодня министерство, предполагая концессию, предлагает, что порт, если концессионер возьмет порт в концессию, то он должен будет построить там в течение нескольких лет за 1 миллиард 560 миллионов зерновой терминал на 2 миллиона тонн в год. То есть у нас еще фактически на 2 миллиона тонн может вырасти грузооборот в данном порту. В то же время министерство говорит, что вот 5% от этой суммы, то есть там 78 миллионов, может, будет, ну, как одно из условий, будет перечислено в бюджет города Николаева. То есть 35 лет в будущем порт будет благополучно каким-то зарубежным инвесторам или, может, даже и украинским использоваться. Из него будет извлекаться прибыль. Городу будет наноситься ущерб, но город получит аж 78 миллионов. Мы же предлагаем немножко по-другому, что город возьмет этот порт, будет организовывать там хозяйственную деятельность, не будучи стивидором, не занимаясь стивидорной деятельностью. В общем-то так, как сегодня в лучших европейских практиках в портах Европы, Антверпен, Гент, Брюгге, Роттердам и так далее. И город является активным участником этих процессов, не ведя стивидорную деятельность. То есть, если город будет управлять по модели лендлорд, управителем, так сказать, земли, город сможет развивать там технопарк, город сможет проводить, привлекать частных стивидоров, которые будут заниматься там стивидорной деятельностью. Кстати, это к тому вопросу, что вы задали первый, государственное частное партнерство в других государственных портах. Там порты не отданы, весь порт или имущество стивидорной компании не отдано в концессию. Порт является государственным, там есть государственный и администрация, и предприятие. Но на территории в Николаевский морской торговый порт. Но там работает несколько бунги, ну и так далее, и так далее. Не хочу перечислять. Несколько компаний, в том числе с мировым именем, которые осуществляют там деятельность на территории этого порта. Но, к сожалению, там в свое время было это все сделано на таких условиях, что частники благополучно работают, благополучно переваливают, например, в морском порту там, около 20 миллионов тонн в год, но город от этой деятельности, кроме подоходного налога и небольшой суммы земельного налога, фактически ничего не имеет. При этом остается с разрушенными дорогами, с проваленными канализационными коллекторами, с загрязненной акваторией и атмосферой на территории города, с дискомфортом для жителей по дорогам и улицам города, ездящими транспортом и так далее, и так далее. То есть мы говорим о том, что самый главный тезис, если государство сегодня приняло решение передать концессию, мы говорим о том, что город имеет все возможности, имеет ну, достаточно людского капитала и ресурса, чтобы организовать, не занимаясь стивидорной деятельностью, а организовать на территории порта Ольвия, а это 180 минус 30, которые отошли Укрбанпрому, почти 150 гектар земли. И это 7 причалов.
и загрузить порт настолько, что порт будет работать еще лучше, эффективнее, чем сегодня. Но прибыль будет идти не частному инвестору, а в бюджет города Николаева. Что здесь плохого? Ви казали про приватного інвестора, що має побудувати зерносховище, як я зрозуміла. Це прописано... Термінал. Це прописано вже в умовах концесії, чи як? На сьогодні концесіонні умови проходять согласування. Вони в першій редакції, ну як, прийняті, предложені міністерством. Вони, в общем-то, обговорювалися на конкурсній комісії, в которой больше 20 человек, и все представители, в общем-то, 90% из них являются прямыми или опосредованными подчиненными министра инфраструктуры. От города там один представитель, это я, и я, естественно, мы вносили свои предложения, которые не были услышаны и проголосованы. И в первом приближении они, вот эти вот концессионные условия, направлены на согласование Минфин, Минэкономики, а потом будут направлены в кабинет министров для согласования и уже утверждены министром. Пока они не утверждены. И именно пока на данном этапе мы хотим, чтобы в эти концессионные условия внесли наши предложения. Предложения, я коротко скажу, основные предложения. Первое, это в любом случае, если порт будет передаваться в концессию, пусть городу или кому-либо еще, мы настаиваем, чтобы город настаивает, чтобы эти предложения были включены. Первое, это ремонт за счет инвестора, концессионера улиц, ведущих и дорог, ведущих к самому порту Ольвия. Потому что, ну, собственно, одна дорога со стороны Херсона, там 44 километра разрушенной дороги. То есть все дороги ведут через город Николаев. Это Новозаводская, по схеме движения грузового транспорта по городу Николаева. Новозаводская, Турбина, Космонавтов, проспект Богоявленский и дальше до порта Ольвия. Это первый момент. Второй момент. Ремонт, вернее, строительство двух развязок в корабельном районе на Самойловича для грузового транспорта и на проспекте Богоявленском для легкового транспорта, чтобы автомобильное и железнодорожное сообщение шли в разных уровнях. Чтобы не было препятствий для проезда автомобильного транспорта, в том числе и экстренным службам, в случае, если ну, будет перекрыт, будет двигаться состав. Третье условие, ну, наше предложение в конкурсные условия, это включить не 5% от сметной стоимости финансирования инвесторам денег в бюджет. То есть министерство говорит, что вот от 1,5 миллиарда будет 5%, которые мы хотим, чтобы город направил на строительство развязки в корабельном районе. А мы говорим 10%. И четвертое условие – это исключить из условий, концессии как раз вот эту вот сумму 1,56 миллиарда. Потому что согласно действующему сегодня закону о концессиях, в случае, если концессионер выполнит концессионные условия и улучшит имущество объекта концессии больше, чем на 25% от его стоимости, и это будет прописано в концессионных условиях, а оно уже министерство хочет это прописать, 1,56 миллиарда, то по окончанию срока концессии концессионер будет иметь право на приватизацию данного объекта. То есть мы предполагаем, что, возможно, это будет скрытая приватизация, ну или там дальнейшее право приватизации. Вы можете спросить, а каким образом стимулировать концессионера, чтобы увеличивать объем грузов? Ну, во-первых, государство может и не нужно стимулировать в таком случае. Будет жестко там установлена дивиденды, концессионная оплата, и этот платеж будет платить инвестор. Инвестор сам будет заинтересован, чтобы увеличивать объем и увеличивать свои доходы. Но можно просто в концессионные условия поставить, например, на 2023 год выйти там на объем плюс 2 миллиона тонн, не включая 1,56 миллиардов концессионные эти условия. Вот такие я разумела, вот вы цитуете закон. Нет, я говорю, наши предложения, это те предложения, которые были внесены сначала членам этой концессионной конкурсной комиссии, они не были услышаны. Потом эти предложения были проголосованы на сессии городского совета 20 марта 32 депутатами из 33 присутствующих. И это обращение было направлено в Кабмин, в Мининфраструктуру и так далее. После этого, две недели назад, 16 мая, это же обращение было проголосовано депутатами областного совета. То есть мы говорим, что громада в лице городского совета, в лице областного совета обращаются к субъектам принятия решения относительно конкурса по концессии Ольви, чтобы они, министерство и кабинет министров, услышали громаду и восприняли, и включили в концессионные условия те
предложение, которое дал им город, горсовет и облсовет. К этим вопросам уже подключились народные депутаты. Ну, мы намерены, вот завтра мы будем поднимать эти же вопросы с министром Амеляном. Угу, если не будет там понимания, то будем идти дальше к кабинету министров обращаться, потому что ну, не считаться с позицией города, мы считаем, нельзя. И вот вопрос о концессии, он не сегодня на самом деле возник, он с 16 или 17 года. Я прошу, Эдуарде, дуже мало часу, давайте перейдемо все ж таки до структури програми. Готуючись до сьогоднішнього ефіру, ми поспілкувалися з директором державного підприємства «Ставідорна компанія Ольвія» Русланом Олійником. Він, зокрема, сказав, що не існує законних підстав для передання порту без конкурсу в концесію громаді міста. Тож давайте послухаємо. Ми зовсім не розуміємо даної ініціативи. До нас ця робоча група, яка там займається, жодного разу не зверталася. Коли починала працювати міністерська робоча група по опрацюванню проєкту концесії підприємства державного підприємства компанія «Ольга», запрошувався мер міста, запрошувався головний архітектор міста. От, всі ці питання опрацьовувались. Вузькі міста опрацьовувалися. Сьогодні ми чуємо такі речення, які кажуть, що місто нічого не знало, нічого не бачило, ніхто до міста не звертався. Тобто йде якесь уплюження інформації повніше і формується якесь негативне така картинка про підприємство. Це ми сьогодні працюємо стабільно, не вважаючи на дуже-дуже таку насичену конкурентну середу, в якій ми знаходимося. Для того, щоб підприємство далі і більш плодовито могло працювати, в нього треба вкладати весьма великі кошти. Незрозуміло, яким чином місто буде розвивати це підприємство. От, місто геть не знає економічного стану підприємства, бо воно не разу його не запрашувало, не цікавилось. Те, що якісь там дороги інвестору потрібно будувати. Це взагалі виглядає якось так феєрично. Знаєте, мені дуже цікаво, чому не Варварівський міст повинен був би інвестор опрацювати заново, там, перебудувати його чи новий там побудувати. І все це, на мою думку, тільки відпугне інвесторів, ті, які сьогодні зацікавлені в цьому проєкті. Отже, ну, такие слова директора завода. Что да, вы можете сказать? То, что Руслан говорит о том, что город вообще никак не привлекался, это абсолютно правда, потому что во время разработки от ЕБРР и IFC, International Financial Corporation, которые по заказу Министерства инфраструктуры готовили предтео, готовили эту работу по связанную с передачей и с конкурсом, с передачей в концессию, то там ни разу при подготовке технико-экономического обоснования передачи имущества ГПСК «Ольвия» в концессию не был привлечен ни один представитель города, ни горосполкома, ни горсовета, ни громады в любом другом виде. То есть министерство решает, что нужно построить терминал, при этом министерство не изучает вопрос способности, несущей способности дорожного покрытия и ширины улиц и так далее, и так далее. Ну, справиться с этими задачами. То есть получается, что рассматривается отдельно территория отдельно взятого порта, оторвана от инфраструктуры города. На самом деле, вот Руслан не сказал о том, что он наверняка знает, что Широкобальский мост, например, а это единственная дорога сегодня для автомобильного транспорта, а грузы сегодня разделены приблизительно 50 на 50. Да, то там ограничение 20 тонн. Возможно, будущие инвесторы не знают, что в 2016 году инициативные жители выходили и перекрывали на несколько дней этот переезд, этот мост. Мы знаем, что грузовой автомобиль, ограничение сегодня максимальное в Украине для единицы транспортного средства 40 тонн, но они ездят и больше, и 110, и 80, и 70 тонн, а Широкобальский мост 20. Руслан сказал о том, что на сегодня, может быть, еще вспомните про Варварский мост. Вспомним про Варварский мост, потому что капитальный ремонт Варварского моста оценивается в 800 миллионов-1,3 миллиарда. Вся инфраструктура, которая и есть еще Ингульский мост, по которому с Киевского, с Кировоградского направления идет грузовой транспорт в порты города, он тоже разрушен.
разрушается, и дороги, и там сумма намного плачевнее, сумма там та, с которой город никогда не справится. И мы сегодня говорим, и там миллиарды гривен, а мы как раз сегодня говорим о том, что наличие порта в управлении города – это тот финансовый базис, который сможет принести городу реальное поступление. И это не бюджет проедания. Это мы не говорим, что деньги 50 миллионов мы отдаем на аэропорт, который никогда не выйдет в плюс. Это мы говорим о том, что ежегодно будет сотни миллионов гривен идти в бюджет. И за счет этих средств это будет как раз вот тот пример, когда хозяйствующий субъект будет больше приносить пользы для громады, чем убытка. І за ці гроші будуть ремонтуватися і дороги, і все остальное. Я вас зрозуміла. Ми також поцікавились, чи варто домагатися передання порту в концесію міста у директора інформаційної агенції «Чорноморські бізнес-новини» Андрія Діордієва. Будь ласка. Концесійний режим часто використовується в деяких країнах, зокрема в Європі, особливо для міських громад. Але питання в іншому. Питання в тому, що по факту це механізм сам концесії робиться для того, щоб передати цю власність більш ефективному розпоряднику. Чи є таким ефективним розпорядником на сьогоднішній день Миколаївська міська рада або взагалі Миколаївський муніципалітет? Адже ми знаємо, що по факту майже всі комунальні підприємства міста Миколаєва на сьогоднішній день є збитковими, причому збитковими багато років. Тобто, якщо розмірковувати з точки зору власника портів, тобто в даному випадку це держава, да, яка намагається таким чином залучити якнаймога більш ефективного власника, то муніципалітети в Україні не є таким власником. Тобто, про що ми можемо казати? Про те, що тут знову буде корупція, знову буде якийсь там розвал, знову будуть, ну, тобто, серйозних якихось там концесійних платежів держава від цієї передачі не отримає. А навіщо ж її взагалі тоді передавати? Ну, будь-якому там муніципалітету. Щоб що? Це питання залишається відкритим. Міська влада вважає, що їм це винні передати. Ну, я вважаю, що власник буде думати трошки інакше. Прокомментуйте, будь ласка. Да, с удовольствием. Смотрите, действительно, большинство существующих коммунальных предприятий на сегодня убыточны и не являются ярким примером для подражания. Но по одной лишь причине, что они, вот как раз коммунальные предприятия, это осталось то, что нельзя передать ни в какую концессию и не приватизировать, потому что это никому не нужно, и с частником никому не выгодно. И эти коммунальные предприятия, как правило, выполняют социальную функцию. Они есть заведомо планово убыточными, они, как правило, дотируются. Ну, как может быть прибыльном предприятии, которое ремонтирует дороги в городе, которые или там подметают улицы, или обеспечивает город светом. Естественно, нет. А вот это как раз может быть примером эффективного и прибыльного предприятия, которое будет основой для пополнения бюджета. И я вот здесь тоже могу парировать и сказать, а приведите примеры передачи государством в частные руки в Николаеве, допустим, крупных объектов. А это порт Ольвия на сегодня, наверное, один из последних уже стратегических таких крупных мощных объектов, которые работают с прибылью, стабильно. И вот сегодня даже Руслан Олейник, они на всех уровнях говорят, что это порт Ольвия, это флагман отрасли. Порт Ольвия – это 20 миллионов долларов оборота ежегодно. А вы вспомните государственное предприятие ЧСЗ, которое государство передало в частные руки и так далее, и все остальные государственные предприятия. Это, как пример, распоряжение государственным имуществом со стороны чиновников в государство, которым, может быть, по их мнению, виднее, что тут делается в Николаеве. Я вас зрозуміла. Разом з вами на нараду до Міністерства інфраструктури їде Петро Мойсов. Він створював робочу групу з підвищення ефективності взаємовідносин підприємств морегосподарського комплексу з громадою міста Миколаїв, яку ви зараз очолюєте. Петро Мойсов в коментарі моїм колегам Федору Бондарю та Ігорю Чорному розповів про мету створення робочої групи та актуальність питання стосунків міської громади і підприємств морегосподарського комплексу. Прошу.
В городе Николаеве существует совет рынка недвижимости. У місті Миколаєві існує рада ринку нерухомості. Я працюю в цій групі в раді ринку нерухомості. І ось ми проаналізували, що центром усіх фінансових відносин у Миколаєві, центром усіх інвестиційних процесів, центром усіх основних трудових процесів і центром, де найвищі зарплати, є підприємство морегосподарського комплексу. Близько 2/3 інвестицій приходяться саме на цей блок виробничих відносин у місті Миколаєві. У той же час про нього ніхто нічого не знає. Колись мер заявив про те, що він хотів би, щоб підприємства морегосподарського комплексу «Порти» платили по $1 з тонни перевантаженої продукції. Я його запитую, а як ви собі уявляєте, щоб вони платили? Це ж не просто так, це виробниче підприємство, яке має свої плани, завдання, і просто так ніхто цього робити не буде. А що робити? А давайте ми розберемося, що таке морегосподарський комплекс, які у нього завдання, які у них можливості, і потім знайдемо якісь формати відносин, що дозволять збільшити надходження до бюджету. Ми почали дізнаватися площу підприємств цієї сфери. Сьогодні ми вийшли на цифру 1213 гектарів. Це займають підприємства морегосподарського комплексу. Туди відносяться підприємства суднобудування, підприємства портової діяльності, підприємства судноремонту, судноплавної діяльності, підприємства, які займаються проєктуванням суден. Сьогодні ми перебуваємо на стадії визначення кількості та визначення економічних показників цього комплексу. У місті сьогодні немає жодної структури, яка б володіла інформацією про кількість, потужність та фінансово-економічний потенціал цих підприємств. На жаль, час нашої програми вже сплив, але ми не завершуємо цю тему, ми не закінчуємо її. Завтра у вас буде зустріч з прем'єр-міністром, з міністром інфраструктури Омеляном. Тобто завтра, можливо, вже будуть якісь новини. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Вдалого продовження дня. На все добре. На все добре.